это, я не знаю, сейчас как, какая зарплата здесь, но цены по карману бьют немножко. По сравнению с прошлым годом, как вы? Я не знаю, я на прошлый год не была на Пасху дома, и поэтому. Ой, ну как, выросли намного. Дороже, да, да, дороже все стало. Как вам цены вот на ярмарке Пасхи? Ну, в принципе, нормально. Средние такие, не прям дорогие. А выше цены, ну, по сравнению с прошлым годом? Ой, я бы не сказала. Ну, я просто в прошлом году брала в магазине, там чуть дороже, естественно. А так и на ярмарке, в принципе, нормально. Для меня нормально. То, что они на солнце стоят, это не очень хорошо. Нужно брать то, что в тенечке, потому что я считаю, что это ненормально. А так, в принципе, ну, думаю, вкусненько будет. А как вам цены вот на пасхальные ярмарки? Те же самые, что были в прошлом году. А остальные, я вам скажу, да, на центральную вот эти фрукты, помидоры, вот это, цены, да, повышенные, повышенные, зелень повышенная, мясо повышенное. Я еще, в принципе, не посмотрел, но, в принципе, они не поменялись. Много лет. Да, да, при такой конкуренции, смотрите, как хорошо, продажа идет хорошо, да. Ну, цены как обычно, ну, качество уже будем, когда будем пробовать.